Сегодня 6 мая, и я начинаю эпопею с огурцами. Приготовил кассеты, заполнил грунтом, накрыл пленкой. Все это стоит теплица, все погрелось. Взял такой напильник. Сейчас сделаю метку. Докуда делать ямки. И буду продавливать ямки. Шесть ее семь. 42 штуки у меня получится. Ну вот, отверстие подготовил. Теперь про огурцы. У нас продают огурцы из профессиональных упаковок, фасованные по 10, по 5 штук. Купил Николь, Кураж, ну Герман, понятное дело, Капучино, Адам. Такие вот в этом году буду сажать. Что, начнем? Отлично, Коль. Просто раскладываю. Маленькое семечко такое. Беру карандаш пластмассовый, ножик пластмассовый, пишу Коль. Еще раз. Коль. И ставлю сюда. Следующий. Куража у меня 10 штук, поэтому я 6 посажу в одну ячейку, в одну кассету, вот сюда. Сюда посажу по одному семечку. В оставшиеся пустыми ячейки. Главное не забыть, что там у меня сидит кураж. И остался капучино. Все, я сейчас сверху присыпаю.
хлопаю. И сейчас сверху полью. Теперь накрою пленочкой. Поскольку стоят теплицы, здесь нет ветра, пленку ничего прижимать не буду. Будет солнышко, там станет жарко. Вот и все. Идем сходить.